Так, сегодня у нас 9 февраля 16 год. Бутылочку приобрел. Конечно, ради стаканчика. Так. Что здесь интересно? Айпетри. Зроблена в Украине. Мало того. Симферопольский двинаконечный завод. Зроблено в Украине, напоминаю. У крымнашистов, что ли, поинтересоваться. Яким чином? 482. Код, по-моему, Украины. Дата изготовления 11-11-15. 11 ноября 2015 года. Пишут по-украински все. Любопытно. Симферопольский, конечно, завод. Вместе со всем миром считает город Симферополь территорию Украины. Неправильно делать. Меньше к нему потом претензий будет и вопросов. Зроблено в Украине.